Всем привет! Ну что, похолодало у нас в Минске уже. О, точно все уже. Я в пальтишке, все уже надо утепляться, уже на зимнее переходить. Такое-то пальто, потому что я очень рано на зимнее перехожу. Короче, камеру нужно будет на штативчик на такой брать. Потому что, ну, холодно в руке, конечно, так нести. Так вот в перчатках. Сейчас вам покажу. Вчера я была в Малиновке, не успела все еще так смонтировать, рассказать. Забрала заказ, пленку на стол. Я говорила, уже вывесила в Инстаграме, ну, фотку такую, класс, я очень довольна. Поэтому все, кто спрашивал, вот там, в общем, все координаты, как всегда, оставлю. Посмотрите, как выглядит девчонка. Та-дам! Так, я надеюсь, будет все видно вам, девчонки. Или мальчишки. Гуся пришла, помощница. Слушайте, классно запаковали. Меня предупредили, что будет тяжелое. Так. Ой, потерпите. Будем под музыку. Ух, так хорошо запаковали, что прям аж... Да, молодцы. Если кому-то далеко ехать, так аккуратненько, чтобы... Здесь инструкция, да? Для защиты плоских поверхностей срок службы 3-5 лет. Так, 1,8, 2,5 толщина. Китай, это там, где вот именно сама пленка на производстве. Я спрашивала, где они делают. Здесь они все это вырезают, значит, и по формам делают. Уложите пленку заворачивающимися краями вниз. Так, ну давайте мы сейчас вот эту пленку, потому что эта пленка накатен стол. Поэтому мы ее сейчас возьмем и понесем сразу на ее стол. Так, вот такой у нас стол у Кати. Единственное, что здесь, я думаю, что нужно их, наверное, снять. Сейчас я так положу, а потом посмотрим. Так, все по инструкции сказали мне четко ребята, и будет вам счастье. Значит, протереть ее поверхность влажной тканевой салфетки, дать высохнуть. Уложить на заворачивающимися краями вниз. Дополнительное закрепление не требуется на сухую поверхность. Я сначала так положу, посмотрю, примерюсь. Да. Вот. Практически вот один в один. Шикарно. То есть он должен вылежаться еще. Вот этот вот кусочек, вот, видите, что у меня тут остался? Вот он чуть-чуть чутка больше вот здесь вот видно, да, вот на столечко. Вот, это специально дали на усадку. Пока я не буду подрезать вот эти вот штуки. Вот эти все-таки. Я их аккуратненько сниму. Подковырнуть просто нужно там аккуратно. Чтобы, ну, пускай там дырочки будут, чтобы оно ровно легло. Ну вот, оно чуть-чуть лежит, и уже пленочка прям вот выравнивается. Так, я ее потом протру просто перед вами так. Но она такая чистая, что, знаете, вообще не пахнет. Вообще не пахнет. Просто идеально. Мне нравится, когда такой глянец. Так, отрезано с запасом в течение 2-3 месяцев. Утяжка на 1,5-4 сантиметра. Ну, тут 4, даже и 5, наверное. Так, зависит от условий температуры. Единовременно. Но у нас тут батарейка, может, она как бы быстрее усядет. Так, подрезка по окончательному размеру подводится самостоятельно, производится. В общем, через месяца полтора посмотрю, как она усядет, и окончательно ее чуть-чуть подрежем. Я вот так вот это туда, на тот конец, чтобы не было видно, оставлю. Вот. По-моему, девочки, идеально, да? Мне кажется, даже на косметический, у кого столик такой белый, но все-таки жалко. Стол все-таки, где-то что-то мы там делаем. Просто идеально. Слушайте, сейчас пойду на кухонный стол будем делать. Скину вам этот листочек, чтобы было. Здесь есть телефоны, ребята, где можно заказать, если кому-то, увы, у меня уже спрашивали. Декорстола.бай. Ну и телефон, и группа есть в Инстаграме и ВКонтакте. Все скину внизу под описанием под видео. Пошли делать на кухонную, очень хочется посмотреть.
Это все протру, вы же понимаете. Нет, здесь не круг, здесь они вырезали мне квадрат, который должен, сейчас я проверю, да, вот так вот, отлично, один в один здесь, по длине, чтобы он, он уже усевший, они из круга вырезали мне, молодцы. В общем, у них есть круги на круглые столы, и они вырезали мне вот ровно-ровно, видите, вот по размеру, вот здесь сейчас все покажу, вот. Здесь от бумаги пыль, надо ее протереть. И они сказали, что круги у них уже усевшие. То есть они их вырезают специально и хранят для того, чтобы вот, ну, на круглые столы диаметр, там, наверное, 1.5. И вот как раз мой этот кухонный, он как раз по диаметру, ну, по размеру вписывается в круг этот квадрат. Буся, как тебе? Испугалась киска. Так, слушайте, идеально. В общем, вот этот кусочек должен, ну, я уже сама канцелярским ножиком хорошо подрежу, чтобы он легло хорошо. Но по размеру вот здесь они идеально это сделали. Вот он все зашло шикарно. Вот прямо ж вот уголок в уголок. Спасибо, ребята, если будете смотреть. Кирочка. Да, спасибо. Сейчас я протру его. Он, похоже, даже потолще, чем вот этот вот. Чем у Кати. Чуть-чуть потолще даже. Вот это вот. Да, круто. Чуть-чуть потолще, чем у Кати. Красиво. Потому что какую-то клеенку такую я не хочу. Разноцветную. Но вот эта тема очень меня радует. Я теперь смогу свои эти салфеточки постелить. Ну как вам? На белом вообще идеально смотрится, вообще. Ну и на темном здесь просто так найдет цвет такой сейчас дневной. Супер. Так, пускай он, я его протру, пускай лежит. Я сразу обрезать эти штуки не буду, пускай чуть-чуть полежит. Я такая-то проверю. Не должен усаживаться, потому что по форме идеально он вообще подходит здесь. Так, сейчас я вам покажу, что я купила еще раз. Протру столик этот, покажу, что у меня, какие салфеточки. Мне их самой хочется быстрее достать. Zara Home. Сейчас они тоже разлежатся. Это на Новый год. Ну и так, в принципе, тоже можно стелить. Нет, это не Zara Home. Это вот именно то, что вот мне понравилось. Я в магазине купила. 3 рубля стоит одна. В Заре 30. Понимаешь? Понимаешь? Геобогемия. Королевские мыши. Круто. Это почему-то королева-мышка, она немножко больше мышки-короля. Вот так должно быть, наверное. Да-да-да-да-дам, да-да-дам, да-да-дам-дам. Классные, очень классные. Я очень рада, что купила. Вообще стол смотрится обалденно. Мне очень нравится. Я в эксплуатации, конечно, посмотрю. Я его сейчас так протерла. Распрямляется до сих пор еще. Прям прилипает туда к этому. Ну, понятно, что углы обрежу. Да, у меня просто окно напротив здесь сразу. Конечно, он немножко вот как лакированный, да, такой, может, кому-то такой не очень нравится эффект. А мне наоборот. Сейчас просто еще на жалюзи так отсвечивает открыто. Так вообще, мне кажется, идеально. Супер. Даже вот так вот положил. Кстати, они и так хороши на столе. Не обязательно. Можно потом как бы вот так кушать на этих. Буся прошла мимо. Так что вот так. Сейчас иду в Маготекс ткани.